Вениамин Кондратьев принял участие в совещании по подготовке к российскому инвестиционному форуму. Заседание в правительстве страны провел советник президента Антон Кобяков. Деловой саммит пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля. На это время в городе круглосуточно будет работать специальный штаб, в который войдут коммунальные и аварийные службы, рассказал глава региона. В этом году за Краснодарским краем закреплены два направления – гостиничное размещение и организация транспорта. Уже разработана логистическая концепция, утверждены маршруты движения. 7 февраля начнет работать единый диспетчерский центр управления транспортом. На время проведения форума прекращаются ремонтные и дорожные работы во всех районах города. Особое внимание уделят соблюдению санитарно-противоэпидемических мер в гостиницах, пунктах питания, на вокзалах и в аэропорту. Сочинские отели на время саммита готовятся принять около 4000 человек. В период прохождения инвестиционного форума усиленную службу нести будут и бригады скорой помощи.